собі край рілі, заспівали трай-ляй-ляй-лі. Дасі ти це поле твоє на урожай рабам твоїм, хліб і снігу їдящим. Ти ж без благословення много насіяли. Хто так, паноч, сіють насіяли, а какой то урожай буде? Добре дерево і плод дает добрі семена. Не дано знать, в какой грунт упадет семя. Одно зерно под камень, другое на камень, третье в воду, четвертое птах небесный отыщет. Только седьмой, восьмой прорастет. Да и то пустоцветом может стать. Заспевали трай-ляй-ляй-ли. Слыхал, как мой петух поет на две державы? Ну, при чем тут держава? Оставь меня, лучше стереги свою границу, а то растащит твою державу мешками. Мина ламина. Так ты же на посту. Витя. Принес. Дармоеды! За твои будильники сегодня мало дали. 6 фунтов табаку, а мне и вовсе пустое, кукуруза на один зуб. Вставайте, хватит спать. Вставайте, вставайте, вставайте. Ну, гляди, старик, если еще раз придешь пустой, другого найду. Найду. Ты видишь, Боже, сколько их, сколько их. Ну. Продам я их, ей-богу, продам. Ныне пресня. Уставайте, братья, бо уже біла днина. Принесімо добрим людям щасливу годину. Принесімо добрим людям щасливу годину. Пані та любі та намальовані, хто женіться іль замуж йдет, нанімайте найлучших музикантов на всі гори і доли звонарей. І на вашій свадьбі буде стільки гостей, как травы да листьев в наших горах. Славные и достойные газды и газдыни, если вы хотите справить своей дитине шумные христыни,
возьмите этих прославленных музык. И у вас будет столько гостей, как море песка. Десь, может, дашь кого-нибудь в найме? За плату не будем торговаться. Который из вас слезает с воза? Как видите, каждый хотел бы в своем селе остаться. Много вас. Малого возьму. Георгия. Что ты, Лесь, повыставлял хлопцев, будто пряники? Они ж как бугаи. Отдай мне их налито в работу. Что даете на месяц? Больше заработаешь, чем сегодня на ярмарке. Осенью будешь иметь 3 овцы и откормленных хлопцев на зиму. Одно прошу, пан Левицкий, как случится какая свадьба или другая нужда, вы же их отпустите. Петро, а ты чего такой хмурый? Сыграй что-нибудь веселое, румунское. А он на твоих похоронах веселую сыграет. Ты смотри, их продают как быдло, они еще и нос дерут. Тычут себе под хвост перья. Чего вы смеетесь, христиане? На сегодня вы все проданы. Прикуси свой паршивый язык. Остановите, остановите, скажите. Куркат, скажите что-нибудь. Куркат, дрыпц. Скажите. Куркат, дрыпц. Куркат, дрыпц. Куркат. Бе поркуле! Чё ты бьешься, дурный? Дрыпц! Боуре! Чё ты бьешься? Арестатель за Песта! За что? Не грустите о моих детях. Дал Бог детей, даст и на детей. Так которого берешь? А что, тут и подешевле есть. Они у меня в одной цене. Вон того. Возьмите, Лелеку. Не продаю, добрым людям отдаю. А то мою хату вода забрала, а я уже стара. Мне помирать час. Возьмите, Лелеку. Продал хлопцев, сколотил копейку. Гроши имею, да и долги имею. Овцу купить? Не. Отнесу папу деньги. Может, он за Петра слово замолвит. Не. Георгий пошлю. Малый заплачет. Малому он не откажет. Нельзя. Мне идти, заберут не на польской стороне. Озверил. На меня пан офицер, говорит, часто бегаю. Велел стрелять, как появлюсь.
Чем я эту прорву кормить буду? Не вернусь я оттуда. Я деньги съел. Сколько? 20 лей. Я их в рот спрятал, чтобы не потерять. А оно глотнулось. Не бейте меня. Я их вам завтра утром верну. Куда ты, старый дурень, дитину посылаешь? Деньги жрать не мал. Пусть знает, как их зарабатывать. Рок. Чисаны тата. Хайда. Да, буней цуйка. Я ж тебе говорила. И что ты сделал с дитиною? И что ты сделал с дитиною? Синку. Синою. Где мешок? Что? Где мешок? Кусал? Попа кусал? Деньги глотал? Где они? Где? Я ж на них икону купил. Икону? А я вместо хлеба этой прорве музыку заведу. Оно ж красиво. Красиво. Будет теперь у тебя на заднице красиво. Я из-за вас ночей не сплю. Последнюю корку хлеба вам отдаю. Я у вас на свет не просился! О, выродок! Что ты делаешь, убьешь? О, яйцо курицу! Уймись, лять! Перестань! Отдай его мне! Убью! Вожжами убить можно, но не научить. Я ласкую да словом Божьим верну тебе сына. Куда ты, дядю, сынку? Попова дочка сказала, у кого айс на крыше, тому детей носит. Ой, сыночек. А нам же хватит. Нам вот это голод. Я знаю, вы мне попу отдали, чтоб меньше было ртов. Что ты надумал, дитиночка моя? Лучше я его сброшу с крыши. То птица божья, ее нельзя трогать. Аист был когда-то человеком. И Бог дал ему тяжелый мешок и сказал, отнеси и брось в пропасть. Только не смотри, что в нем есть.
Но человек захотел знать то, что знает Бог, и он заглянул в мешок. А там всякие гады, летючие, ползучие, вся нечисть света. Человек бросил мешок в пропасть, но грех был содеян. Человек посягнул на тайну Бога и сказал Бог: станешь ты птицей белой с отметиной черной, и пока не соберешь со света всю нечисть, не обращу тебя в человека. С тех пор ходят аисты по болотам, по свалкам света и уничтожают зло, которое сами когда-то распустили. Князь мой, ну как, видно Черну гору? Или ты грабить меня пришел? Да не нужны мне твои яблоки. Я искал дерево, чтоб глаза открылись, чтоб прозреть, чтоб как Бог. Чтоб познать добро и зло. Добро и зло? Не надо, не спеши. Успеешь. Когда тебя 100 раз продадут и купят за кусок хлеба, тогда прозреешь. Что это такое? Люди говорят, если 7 дней вырывать яйцо, своего черта можно вывести. Я его выращу. Буду кормить чертополохом, волчьими ядами. Чтоб злее был, чтоб стал как Бугай, он с такими рогами. Тогда посмотрим. Не погань тело своего, ибо тело твое храм духа твоего. Любовь, любовь, фу, кто сильнее, тот и прав. Прости меня, сын мой. Ну чего тебе? Расти, дядя черта. Расти. Может, он и мне поможет. Who?
Петро, щоб тебе ясний шлячок трафив, як я ще злек. Так що, дзвонарі, дрепс чи кулкат? Зараз покажу мої дрепси і кулкат. Іди наліво, я направо. Моя ж броєнний, я мозг, мене румуни в криміналі одну курмі годувач. Ой. Ой, ти кайдер, подурил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Яй, братя! Почему не выйдешь? Тш. Тш. Почему не любишь? Кого? Петра? Петра? Ореста? Ореста? Богдана? Богдана? Так кого ж? Всех? Каждого. Вы не ходите сюда. Любите других. Девчат много. Пошли отсюда. Кому сказал? Утешитель. Вот что мне поможет. Отдай! Это мой черт! Отдай, говорю! Тьфу, взбесилась! Не тебе, ни мне. Ай, глупая гадала, выбирала. Нет, только любовь рассудит. Дана, я прошу тебя, иди-ка ты, барышня, домой. Барышня. Больше не ходи за мной. А я все равно пойду. А зачем же ты звал меня сюда? Не знаю, так вышло. Так вышло, так и будет. Так вышло, так и будет. Иди, я сюда не играться пришел. Милая. И платком боли не отмоешь. А я хочу, чтобы ты перенес меня туда. Ладно. Тогда ты увидишь, зачем я тут. Садись. Только знай, это не вечно. Придет вода и все снесет. Все снесет. Идем, идем. Вот видишь, это моя дорога. Или в лес, или... в тюрьму. Черт ее знает, что делать. Что ты, любимый, любимый. Подожди. Подожди, ты не поймешь меня. Я быдло, меня можно продать на ярмарке, убить. Я не могу дать тебе того, чего ты от меня хочешь. Видишь, я не стану ждать, пока всех моих братьев продадут по одному. Уходи. Я буду мстить. Ненавижу.
Дядя, дядя, иди ко мне, мой князь. Иди, иди, мой касатик. Садись. Что ты делаешь, Вивья? Пеку калачи, чтоб хлопцы липли ко мне, как это тесто к моему телу. Зачем? Я могу убить тебя сейчас. Ты же мой князь. Захочешь, убьешь. А чтобы любил ты меня вечно и крепко, съешь этот калач. Я женюсь на тебе. Обязательно женишься. Только пусть женилка вырастет. Моим? Повтим, повтим. Причесався, прилизався, в білі штани вбрався, а як прийшов до дівчини. Якщо ще раз з Даной... Пішов к чорту. Я з нею нічого не мав. Мог, но не захотів. Брешешь. Забирайте свои косы, идем отсюда, хватит, накосились на пана. Видел того арестанта, что на ярмарке? Видел. Я с ним сбежал. Завтра, послезавтра тут будут советы. Все ты брешешь. Увидишь, дурень, в долине уже ждут. Возьмите, а то он ослаб совсем, помирает. Говорят... По ту сторону Черемуша советы пришли. И у них от всяких хвороб пилюли есть. Иди. Знаю без тебя. Мика, не умирай. Подожди немножко. Подожди, батька вернется с пилюлями. Мика, сынку. Сегодня вас уже встречали хлебом-солью. Примите
и от меня перед тем, как отдать команду. В моей хате вчера не нашлось муки, чтобы испечь этот хлеб. Я собрал ее по самым бедным хатам, где горсть, где щепотку, и соли я не поклал сверху. Когда Катрина, моя старая, месила тесто, слезы ее оросили ту муку. Одна слеза радости, одна горе. Горе матери, что похоронила свое дитятко. Я думал над гробом, может, оно и лучше, чтоб пан Бог забрал к себе дитя от этих мук. Как бы он жил, а как мы все жили, а как я сам жил. Первые 10 лет без штанов это пустое. 5 страшных лет войны можно откинуть. Вот уже 15 лет. 27-й, 30-й, 33-й. 3 года голода, год холеры, год румынской тюрьмы за то, что бегло мимо того столба за хлебом с Украины на Украину. Вот и имеем 20 лет. А за остальные 30 лет жил аж 60 дней. День на велик день. Когда сойдешься с людьми, поев хлеба святого и выпив чарку, и день на Рождество, когда на душе весело. Вот и имеешь, дурна голова, за всю твою жизнь 60 дней и выходит. Возьмите, будь ласка, этот хлеб и вырвите тот проклятый столб, что торчит в нашем теле, как гнилая колючка. Файна дівка, не? І за неї одної стоїло освобождати Буковину. То може ожениться? Женюсь? А що? Нічого, я згоден. Прокатишся зі мною на тракторі? Прокатишся. Ей, звонарі, що це ви поснули? Може, їм марша заграєте? Марша? Можна. І? Причесався, прилизався, в білі штани вбрався, як увидів дівчиноньку на дорозі. Сів. Чорні хлопці! Слава Україні! Вже не здоровуєтесь? Москалям ліс сплавляєте? Ліс для школи. Місяць солдатів в нашому селі строїм. Ганіте, ганіте. Советом на гроби ходіться. За одно оружие в долину свезете. Я ваш конвоїр. Скажу, где остановиться. Ну и перепуганы. И ты, Орест. Теперь понятно, почему никто из вас не решился поповской дочке. Да я шучу. Просто вы любите советов. И подарили поповну москалю. Говорят, теперь тракторист. Роман, к чему это все? На кого мы ту смерть гоним? Дурни, пока вы советом пятки лижете, Европа воюет. День-два, и Гитлер поможет нам освободиться от всякого ига. Тут воля наша и чья-то смерть.
Сам ты дурень. Какой ты воли хочешь? Неужто немецкой? Тут ты! Я гуцул. И воля моя, как эти горы, высока. Как наш черемош, буйная и гордая. Я не трус. Я оружием отстаю, чтобы мою нареченную не лапали, не насильничали всякие посягатели. А для начала мы на этой свадьбе и погуляем. Объедков хватит на всех. На какой свадьбе? Не знаете? Вот как. Пока вы в горах лес валили, тракторист Попову дочку. Куда? Куда вы гребете? Не дури! Не дури! Куда? Не дури! На скалу гребите! Хлопцы, на скалу гребите! Ах так! Да не дури! Не гребите на скалу, оружие пропадет! Бросайте кирмо! Бросайте кирмо! Прыгайте на берег! Вот видишь, какая большая вода пришла! Она снесет тебя и твои паскудные слова! Урвин, ты сын Петро! Тебе в этих горах больше не жить! Ага, слышишь, мы не в духу! Роздали людям вашу спільну честь, як той калач, який самі розломили. У вас є особистий викуп, дар і подяка. Кому його призначаєте, пане молодий? Пан Володось, мой калач, виноват. Викуп, поклон і благодарність приносить чоловіку, який для мене зараз. Отець і мать, і весь род мой, моєму комбату. Пані молода, кому ваш викуп? Уклін, дар і подяка. Талис пані молодої! Thank you.
Сейчас! Товарищ! Синку, куди ти? Мамо, я знаю, я з совітами. Йой, не йди! Из вас осмелится. И к чему мне эта свадьба? Это я так, чтобы досадить вам. Повесилась бы утром. Я и на свадьбе все ждала. Кто из вас решится? А коней я сама оседлала. А теперь мы одни. Мы свободны. От всех. От всего. О, вот это да. Мы на свадьбу собрались, а невеста сама к нам в гости пришла. Да еще не одна. Моя пуля давно уже по нем скучает. Не узнаешь? Выбирай, тебе пуля, а нам невеста? Или пойдешь с нами и отправишь на тот свет, на кого мы укажем? Ну? Не нукай, не запряг. Ха, это я умею. Запрягать. Петро Дзвонар, совіт. Хай дай фок. Сетриць. Парный газ пистрешный. Шляк полостравный. Швидче, не гляди. Боже, швидче, не иди. Люди добрые. Рятуйте, люди добрые. Господи. Боже! Ой, Боже милый! Ой, Людонька! Ой, Людонька! Ой, а ты помнишь, как твой выродок собирался играть на моих похоронах? А ну, сыграй что-нибудь веселое. Играй. Ну!
Поди-ка сюда, Георгий. Ни на что ты не годен. Быть тебе звонарем. Это ты, сват, и носа не каешь уже 3 года. Прости, поночи, за все! Да. Звони. Людям звонишь. Разве не слышно звону? Голова моя гудит на все горы! Наше дело звонить. А будет рассвет или нет, это уже его дело. Рассвет не наше дело. Дети наши не наше дело. Иди отсюда, Георгий. Спаси мне сына по ночи. Перепиши в книге рождения Богдана. Сбавь ему возраст хоть на 3 года. А то мобилизуют румуны. Заберут его на войну. Пусть лес идет к аресту. Там люди нужны. В лес. А Георгия опять пришли ко мне. К лошадям нужен. Ой, ковала, из-за зумлечка далеко есть ты. Кажут люди, что я курва. Та не може бути. Кажуть люди, що я курва, та я заникаю. Молодуся, на курварю старуся покаю. А ну дивіться, як вона розмалювалася, як та пясенка на велегді. Заглядується за скорі якісь нібишки не зуби. Хай її роботу, воно в день роботи немає. Тільки нічу. Та добре, що на ніч шукає, ото біда. Курва, куди прашні, бачиш, що за тобою і вода чому? Вода все знесе. А потопленняк не сталося. Та що їй потопленняк? Вона наїлася не голодна, а там і чоловіки з війни повернуться. Це одне спочили, що одіг дав. Заткнись, шмату, а то по колічі не рівняю тебе з собою. І будемо обі однакі. Зав'яжу мої сорочки на голові. Пишу, що мої сорочки на голові. Я на всім. А ну що це й молодій? Ну разом, разом. Давайте зав'яжемо. І пустимо, 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 пустимо. Не все выходят, мужики на войне. Венчается раба Божия Вивдя на жизнь с рабом Божьим Георгием. Согласны ли вы взять в жены рабу Божию Вивдю? Согласен. Согласны ли вы стать женой раба Божьего Георгия? Согласна.
Diese Hufe sind keine Kugel. Убили, а в меня не попали. Я птичка маленькая, серенькая, вертлявая. Прыг-прыг, и тут сижу, вью гнездо. А каши не дают. Вивди убили. Кто стрелял? А я три дня не ел, вот. Кто стрелял? Хайль, люди. Один сердился, что громко стреляют. Его тоже убили. А ты мне каши не принес? Каши. Кто стрелял, ты их видел или нет? Ну говори, кто стрелял, кто? Сиди жди меня тут. Я пойду, найду братьев. Я найду их, мы вернемся. И мы им всем покажем. Всем, кто где есть, всем. Что, хата горела? Горела. Горело. А где Орест? В лесу. А Богдан? От войны ховается день и ночь. Вижу, паном стал. Офицер, может, еще и коммунист. Так. Коммунист. Собирайтесь, батько, нам надо идти. Куда? На войну. Не смеши, у меня своя война с бабой. Уже 25 годов воюем. Вон сколько вас навоевали, только все вот одно безголовье. Тот в лес тянет, тот под пули. Уже не знаю, не то старых вождями поручить, не то новых наделать. А что это у вас тикалки разные показывают? То так, чтоб не перепутать, когда власти меняются. Каждый раз, чтоб стрелки не перекручивать. А так одни по-румынски, другие по-польски, третий по-немецки, четвертый по-московски, а те по-нашему. Кто вас надоумил? А дети! Тикалки, как мои сыны, каждый за своим часом до ветра бегает. Батько, у нас нет времени. Я прошу поверить мне, нам надо идти. Не знаю, где ты был, что делал 3 года. Что делал? Воевал. А сейчас тут недалеко в отряде партизан. Вы думаете, что война опалила вашу хату? Она опалила вашу душу. Вот вы своим детям уже не верите. Вашей душе война. Та самая война, которая там за горой. Но та пройдет, а ваша останется с вами. Думайте, батько, я утром вернусь. Ты там на войне не встречал Георгия? Удрал глупый тебя искать. Погибнет там один.
этих горах! Выйди! Я хочу посмотреть тебе в глаза! Тогда слушай меня! У тебя в руках оружие, и ты должен понять, где наш враг. Неужели ты хочешь вернуть то время, когда нас продавали как скотину на ярмарке? Какую правду ты прячешь в лесу от людей? Орест! Выйди! Я заклинаю тебя! Дана! Дана! Я любил тебя! Это неправда, что вы молчите! Я расскажу вам, чем вы окончите. Скоро, очень скоро, жалкая свора бандитов, отброшенная людьми, вы будете страшны. Вас обложат ваши же земляки, как диких зверей. Вы умрете в бесчестии. И ты, Орест, прикажешь своим людям сорвать свои лица, чтобы нельзя было опознать безликих, безымянных, проклятых своим народом. Стой! Расседлать коней и загнать в укрытие. Оружие сюда. Разбейте ящики, раздайте автоматы. Немцы назначили цену за оружие. Открыть перевал. К черту. Пусть лезут горами. Нам не по дороге. Ни с москалями, ни с немцами. Немцы пришли и уйдут. А москали мы сами выкурим. В этих горах будем мы. К этим и пришла карта. Нарокувать. Закрыть перевал так, чтобы даже пес не пробежал. Хлопцы, за мной. Был бой. Нет, мы сторговались миром. Кто стрелял? Это немцы. Они расстреляли цыган и сумасшедших из больницы. Ты был там? Я знал, что ты меня когда-нибудь спросишь об этом. Но это их дело. Ты был там. Но они считают, что жить должны избранные. А цыгане, евреи, сумасшедшие, это отбросы, их надо уничтожать, это их дело. А мы? Мы избранные. Мы не отбросы. Я не буду ждать, пока придут меня убивать. Я хозяин в этих горах. Я тут родился, и я решаю, кому жить. Дана? Да, здесь я решаю. Не был я там, когда они стреляли. Я потом пришел. Ну, ты устала, дождь, болото, вши, грязь, столько лет. Не каждый мог бы такое выдержать, но так надо, надо, пойми, я все делаю, чтобы потом всем нам было хорошо. Но я забыл, что любовь, как и конь, требует ласки, корма. Я не могу без себя, люблю. Не сегодня, потом брошу все. Ведь не всю жизнь мне отведено стрелять. Убью! Здесь ты решаешь, кому жить. Иди, иди. Беги. Но знай, ты уходишь не одна. С тобой уходит моя шальная юность. Моя слепая любовь. Но не я.
Я остаюсь. Беги. Плюнь, баба. Приказ отменишь. Немцы таких шуток не любят. Предавай. Небо и земля, небо и земля ныне торжествуют. Ангели люди весело празнуют. Раз наказав скоріше повернутися, бо інакше оце і все. Страшна битва була, не одна, як стара мати, синася позбула, не одна, як стара мати, синася позбула. Очка ж мої заперлися. Мамо, змія! Синку, синочку! Синочку! Живий. Нічого. 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 Устань, брате, устань, рідний, із цієї могили, та й напиши лист дрібненький до своєї родини. Ой, не можу, рідний брате, із могили встати, моє тіло біле серце. Ждала, ждала, ждала ведь. Ждала, ждала ти не тебе. Дан. Да, нет. Не светы. Светомаскировка? Идите, идите. Погоди. Идите, прошу вас, зовсім села, идите. Что, переночевать не пустишь? Дана! Страшна битва була, не одна, як стара мати, синася позбула, не одна, як стара мати, синася позбула. Здорово. Причесался, прилизался, в белые штаны вбрался. А-а-а. Ну да.
А чего ты здесь сидишь? Не можу до хати зайти. Не знаю, що мамі сказати. А що? Батька вбили. Як? Вбили батька. А ти чого тут? К жені приїхав. А чого не в неї? Чого не в неї, кажу? Бил уже. Слухай. Ідемо разом до мами. Не ходите сюда! Поле заминировано! Порядок? Да. Давай. Давай. Газу, газу через всі межі. Патлати. Женился в сынку. Пора уж. Ну вот, жинкой пострижет. По-моему, тебя уже постригла. Нет времени. Вот завтра вызывает в район, там и постригут. Садись. Посмотрим, что коммунисты жрут, чем запивают. Кончай. Прощайся с хозяйкой, благодари за хлеб, соль. Рявку давай! Дейтесь! Руки назад! Роха, держи руку! Ах ты, ногой! Так. Кто это? Иванка.
Я не знаю. Дана! Поздно. Дана! Дана! Катюга. Большие деньги кинул. В крови эти деньги. Иуда. Подожди, подожди. Это уже его смерть. Три тысячи рублей!
Стоит сабаш! Кому посвящается танец, для кого играть?
3 года меня носило по свету, а он все звонит. Да ночью, какой грех, я по тебе панахиду отслужу. Правильно сделали. Я уже не ваша. Да ну все. Я услышала звон. Кого вы зовете? Вам мало, что вы искалечили мою жизнь. И ты не без греха. Женщина должна рожать, чтобы люди жили на земле. Радуйся, Георгий. День смерти лучше дня рождения. Исповедуйся. А я не собираюсь умирать сейчас. Я отпущу тебе грехи. Стой! Я отпущу тебе грехи. Раздевайтесь. Я смотрю вас. Вы больны. Раздевайтесь.
Thank you.